скворечник. Наступила настоящая весна. Бублик и Кисточка гуляют вместе с дедушкой в парке, наслаждаясь весенним солнцем. Спорим, я перепрыгну эту лужу? И оп! Ой. Вот как это делается. Оп. Ой, смотрите, какие смешные маленькие вороны. Это не вороны, это скворцы прилетели. Откуда прилетели? А зачем они улетали? Осенью скворцы улетают в теплые края, а весной возвращаются обратно. А зачем они возвращаются? Чтобы откладывать яйца и высиживать птенцов. Это для них строят специальные домики, скворечники. Правильно, Кисточка. Скворечники иногда крепят на фруктовых деревьях, поскольку скворцы уничтожают вредных насекомых. А давайте тоже сделаем скворечник. Да, давайте. Семейка собачек. Веселый денечек. Как-то, оказывается, непросто делать скворечник. Зато это очень здорово. Дедушка, а можно и мне гвоздь забить? Можно. Только будь осторожен и береги пальцы. Настоящий скворечник сделали! Неужели самый настоящий? Мы с моим дедушкой тоже когда-то делали. Уже придумали, где будете вешать скворечник? Ну, на каком-нибудь дереве. А что, это так важно? Скворечник нужно вешать на достаточной высоте, чтобы птиц никто не беспокоил. И чтобы они никого не беспокоили. Думаю, парк для этого прекрасно подойдет. Ага, и птицам там будет веселей. В большой компании. Только кто сможет так высоко забраться на дерево? Я как раз собирался немного размяться. Мне кажется, я еще не забыл, как лазить по деревьям. Ура! Мы идем вешать скворечник. Вот здорово! Семья скворцов сможет сегодня отпраздновать новоселье. Мне кажется, это дерево вполне подходит. Думаю, скворцам здесь будет удобно. И самое главное, на него будет несложно взобраться. Отличная ветка! Сюда и повесим. А как же его крепить? Ой, об этом мы не подумали. Ну вот, что же теперь скворцы останутся без дома? Нужно привязать чем-то, что не повредит дереву. Ой, какие миленькие. Папа, эти скворцы уже прилетели в наш скворечник. Что же делать? Эх, была не была. Ура! Скворцы нашли новый дом! Семейка собачек! Веселый денечек! Сегодня семья Бублика и Кисточки собралась в парк. Как хорошо, что мы можем поехать в парк! Я так долго этого ждал! Да! Мы сможем подышать свежим воздухом и отлично провести время. Вы готовы ехать? Да! Семейка собачек! Веселый денечек! Семья садится в машину и отправляется в парк. Мы уже почти приехали. Но что это за тучи? Неужели пойдет дождь и испортит нам прогулку? А мы захватим на всякий случай с собой зонтики. Ведь они есть у нас в багажнике. Главное их не забыть. А мы сможем поиграть во что-нибудь все вместе, сразу когда приедем? Конечно, Бублик. Я как раз взяла с собой бадминтон. Yes! Ура! Я очень люблю бадминтон. В
Почему небо стало таким темным? Да, и что это за звук? Хм, похоже, начинается гроза. А, дождь. Мы же забыли в машине зонтики. Побежали скорее назад, иначе вымокнем и заболеем. Мамочки. О, какой сильный дождь. Ой, гроза, быстрее, быстрее. Как же плохо, что зонтики мы оставили в машине. Ой, страшно, страшно. Смотрите, там впереди беседка. Давайте добежим до нее и переждем дождь. О, страшно. Ой, ой. Ну вот, все промокли. Да и дождь, наверное, будет идти долго. А я так хотела поиграть в бадминтон. Не переживай, кисточка. Хорошо, что мы увидели эту беседку, поэтому и намокли не сильно. Интересно, дождь скоро закончится? О, это очень просто узнать. Нужно посмотреть вверх, и если все небо серое, значит дождь будет идти долго. А когда вокруг тучек видите голубое небо, это значит, что дождь скоро закончится. Ура! Это быстрый дождь! Бублик, кисточка, не бойтесь. Гром на самом деле не хочет вас напугать. Он так передает привет. А по-другому не умеет. Давайте тоже с ним поздороваемся. Готовы? 3, 4. Привет! А так уже совсем не страшно. Это гром, наверное, с нами попрощался. Ой, и дождь, кажется, заканчивается. Семейка собачек. Веселый денечек. Сегодня дедушка решил провести день с Бубликом и Кисточкой в парке. По сообщению гидрометцентра, сегодня ожидается очень жаркий летний день. Вкуснятина! А кто такой гидрометцентр? Это центр, где все врут про погоду. Ну что, все готовы идти в парк? Я готов! Только возьмите панамки. Обещают жару. Но этот гидроцентр же врет. Их всегда можно снять. Я все слышу. Пока, бабуль. Спасибо. Пока, бабуль. Блины были очень вкусные. Очень вкусные. Семейка собачек. Веселый денечек. Догоню, догоню. Гав-гав. Гав, гав, гав. Семейка собачек весело живет. Бабулей с дедулей песенки поет. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. Этот ваш центр не соврал. Такая жара, я больше не могу. Да, надо бы охладиться. Может, по мороженому? Мороженое! Ура! Спасибо. На здоровье, ребята. Ну вот, как же теперь охлаждаться? Может, пойдем к фонтану? Точно, пошли. Он что, сломался? Нет, кисточка, это он от жары пересох. Мне жарко. Дедуль, ну придумай что-нибудь, пожалуйста. А я уже. Вперед, за мной. Бу-бу-бу. Гидрометцентр сообщает, зима близко. Ничего себе. А он и летом работает. Так необычно. Сегодня будто весь город к нам пришел. Не стойте на жаре, проходите скорее. Дедуль, ты так здорово придумал. Очень-очень хорошо придумал. На улице жара, а здесь зима.
Я очень люблю зиму. Особенно посреди лета. Действительно здорово. Семейка собачек. Веселый денечек. Замечательно. И еще раз. Дедушка молодец. Молодец. Новая машина. Сегодня семья Бублика и Кисточки хотела отправиться в парк. Но с самого утра что-то не заладилось. Эх, похоже, все. Что все? Наша машина совсем сломалась. И ее уже никак-никак не починить? Боюсь, уже нет. Может, нам стоит подумать о покупке новой машины? Да! Тогда решено! Идем за новой машиной! Да! Семейка собачек! Веселый денечек! А что будет с нашей старой машиной? Мы сдадим ее в переработку. А как это? Это когда машину разбирают на запчасти, переплавляют и делают из нее современную, более экологичную машину. Ух ты! Ого! Тут столько машин! Вау! Так! Вот! Вот то, что нужно! Смотрите, какая она яркая и красивая! Ну ты даешь, Кисточка! Как ты себе представляешь папу за рулем этой машины? Хочу, 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 хочу! Мечта! Вау! Вот это да! Это то, что нам нужно! Давайте купим эту машину! Вот, отличный вариант! Красивая и компактная! Как вам? Ее и я буду водить с удовольствием. Красота! Постойте, я знаю беспроигрышный вариант. Вот она, машина мечты. Кажется, так мы машину не выберем, потому что у нас совершенно разные вкусы. Давайте спросим у продавца. Может быть, он что-нибудь посоветует. Я сейчас его позову. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Мы хотим купить машину, но не можем выбрать. Нам нужна такая, чтобы подходила всем. Так. Кажется, я знаю, что вам нужно. Идемте со мной. Отличная машина. Ну что, как вам? Мне очень нравится. А вам? Да! Тогда решено. Покупаем эту. Эта машина такая классная. Даже не верится, что она теперь наша. Предлагаю в ближайшее время отправиться на ней в небольшое путешествие. Я за! Семейка собачек! Веселый денечек! Ставьте лайк! Подписывайтесь на наш канал и увидите первыми наши новые серии! Сегодня семья Бублика и Кисточки собралась в музей. Ура! Мы наконец-то едем в музей! Да! Я очень этому рад! Мы сможем узнать что-нибудь новое и отлично проведем время. Все готовы ехать? Да! Семейка собачек! Веселый денечек! Семья садится в машину и отправляется в музей. Музеи, правда будут динозавры? Бублик, динозавры вымерли много лет назад. С
Сейчас мы можем только посмотреть на скелеты динозавров, которые удалось найти ученым, и представить, какими эти животные были. Я уверена, это будет очень интересно. Мы уже почти приехали. Вы готовы? Конечно же, мы готовы! Дети, в музее нужно быть внимательными. Здесь очень много залов и всегда большое количество посетителей. Можно очень легко потеряться. Не отставайте от нас, папа, и слушайте, что мы будем рассказывать. Обещаю, вам понравится. Конечно, мамочка. Мы будем внимательными. Точно. А вот и первый зал. Ух ты! Посмотрите, это настоящий скелет динозавра. О, они что, действительно были такими большими? Конечно, дети, это тираннозавр. Он весил как 6 легковых машин и был высотой с 2-этажный дом. Такая громадина. А еще у них были очень короткие передние лапы. Видите? Да. Идем дальше. В музее есть еще много чего интересного. Дети, смотрите, это анкилозавр. Попробуйте угадать, чем он отличается от остальных? Смотрите, он стоит на 4 лапах. Правильно. Вы заметили что-то еще? Я вижу, что у него очень толстый панцирь. Правильно, кисточка. У этого динозавра самый прочный панцирь. Вот это да! Идемте дальше. Это птеродактиль. Кисточка, может, догадаешься, что особенного в этом динозавре? Я отвечу! Я вижу, у него крылья. Он может летать, да? Да, Бублик, все правильно. Кисточка, а ты что молчишь? Кисточка? А куда подевалась кисточка? Кисточка! Кисточка! Кисточка? Кисточка! Доченька, где ты? Кисточка, ты где? Скорее всего, кисточка потерялась в прошлых залах. Давайте вернемся и поищем ее там. Точно! Вон она! Ой, нашлась! Да! Кисточка, ну наконец-то мы тебя нашли! Что случилось? Мамочка, я засмотрелась на анкилозавра и не увидела, что вы уже ушли. Мне было так интересно, а потом я поняла, что потерялась и расплакалась. Ну-ну, теперь уже все в порядке. Просто в следующий раз скажи, что хочешь рассмотреть что-то поближе, и мы все тебя подождем. Хорошо? Конечно, папа! Ты такая молодец, что осталась на месте. Поэтому мы тебя так быстро нашли. Ну что ж, все в сборе. А это значит, мы можем продолжать экскурсию, правда? И поесть мороженого! Да! Семейка собачек! Веселый денечек! Супермаркет. Сегодня семья Бублика и Кисточки ждут гостей к ужину. С самого утра мама готовится к их приходу, а папа, Бублик и Кисточка ей помогают. У меня красиво получается. Очень красиво. А у меня? И у тебя, Бублик. Вы такие хорошие помощники. Спасибо. Я в магазин. Что-нибудь еще нужно купить? Вот, я все записала. Просто купи все по списку. Я недавно сделал новое приложение. Занесу твой список в него, просто сфотографировав. А можно мы с папой в магазин? Конечно. Идите, собирайтесь. Готово. 21 век на дворе. Держи. Семейка собачек. Веселый денечек. Мы на месте. Ура! Приехали. Отлично, купим вкусняшек. И я первый.
О-оу. Так, что же я должен был купить? А можно мне бантики? Да, конечно. О, мне кажется, нам нужна эта штука. Ага, бери, бери. А что это такое? О, а можно я шоколадной пастой зубы буду чистить? Бантус? Да, можно. Класс. То есть нет, нельзя. Подождите, я совсем запутался. О, вы помните, что мама просила купить? Я не помню. И я, а что? Телефон разрядился, а список в нем. О, и что же теперь делать? Ага, мама расстроится, если мы ничего не купим. Дайте минутку, попробую все-таки вспомнить. Так, сыр, сметана, торт. Что же там еще было? Дай мне, я попробую. Эй, о, прикольно! Ой. Слишком высоко. Папочка, помоги достать журавлика. О, это же список! Ура! Мы ура! Нашли список! Ну теперь мы сможем список? Купить все, что нужно. Хорошо, что вы так быстро вернулись. Все купили? Все четко по списку. И даже больше. О, как приятно! А теперь давайте печь пирог. Скоро уже гости придут. Ура! Пирог. Семейка собачек. Веселый денечек. Наступила осень. И приближается очень важное событие. Праздник урожая. Едут! Везут нашу большую тыкву! Ура! С ней мы точно завтра победим! Такая тяжелая! Еле погрузили ее! Надо бы запечатлеть этот исторический момент. Внимание! Семейка собачек. Веселый денечек. Гав-гав. Гав-гав-гав. Семейка собачек весело живет. Гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. И раз, два, три. Взяли. Давай. Несем. Ой. Ой-ой-ой. Такая тыква была. И как же нам теперь участвовать в празднике? Отставить панику. Я знаю, что нужно делать. Собирайте тыкву и несите ее на кухню. Так. Где же он? Вот. Это семейный рецепт лучших на свете тыквенных пирогов. Его передала мне еще моя бабушка. Пироги? Никто же не поверит, что они из нашей большой тыквы. А мы из уцелевшей части сделаем поднос для пирогов. Ага. И дополним все это нашей общей фотографией. Ура! Мы спасены! Ой, я так волнуюсь!
Готовьтесь! Вот-вот, сейчас будут объявлять победителей! Итак, в этом году на празднике урожая за самый креативный подход первое место получает... Семья Бублика и Кисточки! Ура! Ура! Семейка собачек! Веселый денечек! Велосипед. В жизни каждого ребенка наступает момент, когда вырастаешь не только из любимых ботиночек, но и другие любимые вещи пора менять. Так, вот так. Ну, теперь ровно. Дети, вы готовы ехать? Милая? Да-да, мы уже тут. Ой, мое любимое креселко. Папочка, посади меня быстрее. Бублик, поторапливайся. Опять свой супершлем ищет. Никак его к порядку не приучил. Так давай тебя посадим. Ура! Так, ну-ка, что-то не получается. Пап, что-то ножка не пролазит. Ну-ка. Ой-ой-ой, назад, я застреваю. Странно, кресло уменьшилось. Милый, не кресло уменьшилось, а наша девочка подросла. А как же я поеду? Ой, я что, останусь дома? Никто не останется дома. Просто наступил момент покупать велосипед. Я готов. Мы можем ехать. Ура! Мы едем за велосипедом. Семейка собачек. А что я пропустил? Ух ты! Какие колеса! Спортивные, да? Ага. Это чтобы на поворотах не заносило. А это для чего? Это бардачок. Для бардака, что ли? Ой, нет. А это что за корзинка? А это специальная корзинка для моей доги. Круто. Бублик, не трогай. Ого. Оп. Так. Как это? Куда крутить-то? Ой, ну куда ты залез? Кисточка, велик сломан. Колеса не крутятся. Слезай, Бублик, не сломан. Ой. Вот, смотри. Просто надо снять с тормоза. Потом ставишь ноги на педали и начинаешь крутить. Ну вот, кисточка, надевай шлем и... Кисточка! Мама! Берегись, Бублик! Кисточка! Ой-ой-ой! Лови ее, лови! Кисточка, как ты нас напугала! Милая, как ты? Мамочка, это было так здорово! Мне очень понравилось! Только я ничего не видела! Я глаза закрыла со страху! Кисточка, ну ты даешь! Ты так быстро ехала, что я не успевал следить за тобой. Научишь меня так? Бублик, если бы я хоть что-то видела, то научила бы, наверное. Чтобы на велосипеде было не страшно, а главное, безопасно ездить, нужно обязательно надевать шлем и защиту. Да, тогда можно будет не жмурить глаза, а спокойно ехать и наслаждаться прогулкой. И правда... В моем супершлеме ничего не страшно. Ты в нем даже ходишь. Мне ходить не страшно. Одевай-ка шлем. И перчатки. Ой, как мне идет. Теперь садись на велосипед. И главное, не закрывай глаза. Давай, кисточка, молодец. Получилось. Кисточка, да у тебя просто талант! Ты прекрасно ездишь на велосипеде! Это все благодаря шлему! Мне совсем не страшно! А меня научишь? Конечно, научу! Как прекрасен мир! Из окна автомобиля этого не замечаешь! А из кресла мир еще прекрасней! Семейка собачек! Веселый денечек!
Не одни дома. Сегодня в семейке собачек особый день. Мама и папа идут на премьеру спектакля, где звучит мамина песенка. Бабушка и дедушка приедут посидеть с Бубликом и Кисточкой. Поводов для радости хоть отбавляй. Мои дорогие, сегодня вечером мы с папой идем в театр. Вы будете с бабушкой и дедушкой. Ура! А дедушка расскажет нам сказку на ночь? Конечно. А ты нас на ночь не поцелуешь? Обязательно поцелую. А почему нам нельзя в этот ваш театр? Почему же нельзя? Можно, только на дневные спектакли для детей. Мы обязательно сходим все вместе. Кстати, бабушка с дедушкой привезут свежего молока. Можете сделать молочный коктейль с медом, а? Вот здорово! Мы и вам оставим! Семейка собачек, веселый денечек! Так. Ой, молоко надо поставить в сумку-холодильник, чтобы не прокисло, а мед закрыть поплотнее. Все сделаю, не переживай. Нужно поторапливаться. А нам бы еще заправиться не помешало. Бензина маловато в баке. Никогда не понимал моды на галстуки. Широкие, узкие, яркие, однотонные. Вот как мне правильно выбрать галстук? Папочка, чего тут непонятного? Смотри, что носит вокруг, и тоже надевай. О, этот галстук точь-в-точь, как мой слюнярчик. А этот похож на мои ленты для косичек. Ой, не шевелись, пожалуйста. На тебе бабочка сидит. Я за сачком сбегаю. Бублик, не спеши. Эта бабочка не улетит. Это галстук такой. Бабочка называется. Ну вот незадача. Да. Я могу к вам подъехать. Дети, думаю, они побудут дома полчасика самостоятельно. Все, ждите. Папочка, что случилось? У дедушки на полпути закончился бензин. Они с бабушкой не смогут приехать. А мы с мамой не сможем пойти в театр. Я отвезу им канистру с бензином. Пап, а как же мы? Хороший вопрос. Сможете побыть одни полчасика? Конечно, сможем! Я быстро. Не переживай, папочка. Мы не будем скучать. О, да! Это точно! Лови! Ой, мамочка! Нет, эта идея мне совсем не нравится. А может, мы все вместе поедем? Отличное решение! Прыгайте все в машину! Ура! Привет, дедушка! Как же я рада вас видеть! Так не хотелось вас подводить! Привет! Как же мы соскучились! Это я виноват! В следующий раз буду заправлять полный бак! Ничего, со всеми бывает! Все, можно ехать! По машинам! Я первый запрыгну! Ой, как мы все перенервничали сегодня! Главное, что в театр успели. Кстати, как все прошло? Замечательно. Мамина песня точно станет хитом. А папа со своей бабочкой был самым модным среди всей публики. Как дети себя вели? Немножко пошалили, зато заснули сразу. Слишком уж много сегодня впечатлений было. Да уж, с нашей семейкой не соскучишься. Семейка собачек. Веселый вечерочек. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и увидите первыми наши новые серии. Ра-ра-ра.